Яка краса, яка краса. Всем привет. Сегодня у нас велопрогулка в село Лумшоры Перечинского района. Расстояние в одну сторону порядка 35 километров, плюс-минус. Планируем накатать километров 70. По дороге будет много интересных мест. Будем останавливаться, ехать не спеша, наслаждаясь окружающей природой и видами. Первое село, к которому мы подъезжаем, это Симир, село которому 466 лет. Друзья, зацените село 466 лет. Есть на Перечинщине очень много источников с минеральной водой. Есть на Перечинщине очень много мест с минеральной водой. Перед въездом в село Тури-Ремета один из таких источников. Вот этот источник Лина организовала сейчас. Так-то он, конечно, засорился, и всем пофиг на это, только нам не пофиг. Подъехали к повороту на Лумшору, на мостик выезжаем. Кстати, объявление, будет фестиваль Лемкевская ватра 16 июля, так что сходим тоже посмотрим. Продолжаем движение, вокруг красивые виды. Облака, мало машин, практически никто не мешает. Наслаждаемся неторопливой ездой. Так что это синенькие цветочки, цикорий, да? Да. Очень много. Да, продам только возле дороги почему-то. Растут возле дороги? Да. Не знаю. Потому что многие семена разносятся колесами вместе с грязью. Встретили по дороге козочек. А ты что, боишься козочек? Да, они же как собаки. Они любят, чтобы их погладили. Они даже не любят. Боится, боится, да. Это ж не собачка. Да, ой, это что-то прям такая пугливая. С бородой, это что, козел, наверное? Ну, так это тоже... Молодой козел. Смотри, это тоже с бородой. Да, да. А козлов не держит, козлы сильно вонючие. Не знаю, что это за борода. Ну. Держит одного козла на всю деревню, чтобы он производил мафию. Вдоль дороги продают грибы. Сушеные, маринованные. В основном белые. Еще грибочки плюс вино. Добрый день. Нам повезло, что мы встретили аиста по дороге. А еще наши предки заметили, что любого человека, увидевшего полет аиста в небе, всегда удачно завершаются все начатые дела. Участок дороги от села Турица до села Турички отличается особой привлекательностью и красотой, замечательными панорамными видами. Слева от дороги, на склоне горы, сохранилась дендронадпись 100, хвойные деревья которой высажены еще в 1970 году, к столетию
со дня рождения Владимира Ильича Ленина. И если присмотреться, цифра 100 с поврежденной временем единичкой до сих пор заметна. А на фоне дальнего склона, слева от дороги, покрытого зеленым лесом, можно заметить яркий блик. Это крыша церкви в селе Вильшанки. Подъезжаем к селу Турички. Влево дорога уходит на село Вильшанки, но нам прямо в Умшоры. Село Вильшанки, дорогу на которое мы только что проехали, требует обязательного посещения. Расположенное на склоне горы с потрясающими видами на окрестности, делают это село неповторимым. И мы обязательно туда поедем в ближайшее время. Друзья, мы приближаемся к конечной точке нашей велопрогулки, к селу Лумшоры. Это маленькое село в окружении буковых и хвойных лесов, у подножия крупнейшей в Карпатах полонины Ровной. Село является курортом, и здешние сероводородные источники начали использовать в лечебных целях еще лет 400 тому назад. Сначала здесь были установлены деревянные ванны, вода в которых нагревалась с помощью раскаленных камней. А впоследствии стали использовать чугунные чаны, которых сейчас в селе насчитывается около 20. Неподалеку находится каскад водопадов, самыми интересными из которых являются Соловей и Партизан. И наша дорога как раз и лежит в этом направлении. Слева будет магазин. Проезжаем будку и шлагбаум. Все выглядит заброшенным. Шлагбаум открыт. Всегда по ходу. И все желающие могут проехать. И вот, наконец, водопад. Это самый большой и красивый водопад здесь. Раньше он назывался Красный Партизан. Затем первое слово было утрачено. И осталось просто Партизан. А в последнее время его называют еще Давир, название, которое было известно еще в старину. Высота водопада где-то от 4 до 6 метров. Ну а мы спустимся вниз и насладимся видами.
Итак, мы уже возвращаемся обратно в сторону дома. Покатушки получились зачетными. Было не очень жарко. Ехали мы не спеша и поэтому не сильно устали. Получили массу впечатлений от езды на великах и от окружающего нас мира. Друзья, катайтесь на велосипедах, ходите в горы, общайтесь с природой, и будет вам счастье. И кстати, наш друг Рыжик обижается, что мало у него подписчиков. Вы это, не обижайте кота, пожалуйста.